Вот такой небольшой кавер получился у моей ученицы на фрагмент из песни группы Starset. Риф довольно-таки несложный. И в этом видео я расскажу, покажу, как его играть и скажу, какие есть нюансы при разборе. В оригинале эта песня играется в пониженном строе. Самая низкая нота на гитаре будет давать ноту соль диез, и строй, соответственно, будет соль диез. У моей ученицы семиструнная гитара в строе си, она, соответственно, играла это в своем строе. Я покажу, как играется этот риф на стандартной шестиструнной гитаре, вы уже потом можете перенести это в любой другой строй, в котором играете вы. Риф начинается с восходящего слайда по пятой струне до седьмого лада. После этого играется 4 раза открытая шестая струна, неглушенная. Здесь самое как раз сложное, это ритмически уложить это правильно. Ну, вот так это будет ритмически укладываться в метроном. Следующая часть довольно короткая, играется таким образом. Здесь у нас, получается, идут сначала 2 удара по открытой шестой струне с глушением правой рукой, и играется это все переменным штрихом. И после этого идет небольшой микробендик на первом ладу на шестой струне. И принцип здесь такой же, как в прошлом разборе я показывал. Мы при подтяжке ноту доводим до нужной высоты и сразу же ее сбрасываем. То есть не держимся на этой ноте. Вот так это вместе звучит под метроном. Третья часть, она будет точно такой же, как и была первая часть, но четвертая часть будет немного меняться. Последняя четвертая часть играется таким образом. Здесь у нас в начале то же самое, идет сначала 2 удара по открытой шестой струне с глушением правой рукой и переменным штрихом. После этого у нас идет нота на шестой струне на первом ладу, не заглушенная. И после этого у нас идет та же самая нота на первом ладу на шестой струне, но уже с глушением 6 раз. Вместе. Ну и все вместе будет звучать вот так. Кстати, по ссылочке в описании вы сможете скачать фоновый трек с барабанами для этого рифа, чтобы дома самостоятельно под него позаниматься. Если видео понравилось, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. На канале уже много полезных видосов с советами, лайфхаками по гитаре. И приходите на обучение, если хотите научиться играть свои любимые песни. Все ссылочки будут в описании. До скорых встреч в новых видео. Всем удачи и всем пока. У моей ученицы семиструнка. Ну, моя ученица, например,